А мы отлично прогулялись по Мюнстеру, увидели большой рынок, побывали в соборе, приехали домой. Стаса друг Саша привез нам 4 стула, 2 светильника и полку. Папа нам повесил гардину и шторы в детской. Вот, а теперь мы собрались и идем в Едеку за покупками, потому что завтра воскресенье и ничего не работает. Кирюше так на рынке понравилась колбаска, что теперь он хочет еще колбаски. Сейчас мы в магазине ее поищем, Кирилл. Я думаю, там тоже должна быть такая колбаска. Все активно готовятся к Хэллоуину. И прикольные куклы. Папа купил себе шмант, я 2 сметаны, 2 килограмма красных яблок, 3, похоже на голден, не знаю, попробую, скажу, виноградик, малинка, 2 инжирчика, сливу, 2 огурчика. И зеленый лучок. И вот это все вышло на 41 евро. Башню? Угу. Из чего? Из 6 кубиков. Вот здесь, на вот этой штучке. На этой. Делаешь? Что ты делаешь, Кирюша? Мусорки уже сделала такие. Валяю. Делаю. А зачем тебе столько мусорок? Это вешалка. Это 2 мусорки. А что у тебя в мусорках? Где что? Здесь бумагу нужно клонить. Здесь коробки нужно выкидывать. Коробки, бумагу. У нас Кирюша, в общем, разделяет мусор. Да?